Ой, какая красота. Ну, это все каштаны осыпались. Но что самое удивительное, среди всей этой опавшей листвы и всего остального, я увидела цветущий каштан. Зацвел каштан. Вот он, цветочек. Вот он. Я не знаю, видно, не видно. Вот он. Это что, это же вообще ужас какой-то. Ты погляди, что творится, да? Каштаны в сентябре зацвели. Один и единственный. Вот он. Так, сейчас с той стороны. Больше нигде, Ал. Больше я не вижу. Одни сломанные ветви. Но чтоб каштан зацвел в сентябре, такого не было. Свечка стоит. Не знаю, видно будет, не видно. Вот еще, а вон еще, да. Ну, видно далеко, вряд ли. Мы сейчас... Вообще, посмотри, вся аллея лысая. Все на земле лежит, ни одного каштана, одни листья. Надо собирать скоро каштаны, лекарства делать. Настойку делать, да. Сосуды почистить. Кровь разжижать, тромбы рассасывать. Все это делает у нас каштан. Цвета ему нет. А он вот в каком виде стоит каштан вообще. Ну это ж вообще. Ой-ой-ой. Вот так вот. А тут посмотри зелень. Сразу с осени попали в лето. Ага. Еще кусты зеленые. Посмотри, какая прелесть, да? Вот так. Сейчас пик. Смотрите, сколько машин. Машины, 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 машины. Сейчас пик. Пик-пик. Хорошо ли тебе, девица? Хорошо. Хорошо ли тебе, красная? Очень хорошо. Дальше гуляем. Замечательно. Дальше гуляем. Угу. Замечательный. Передай привет, девочка. Привет. Привет. Привет всем. Приветствую всех. Хорошая погода. Привет из города Орла. А в Енисейске снег выпал вчера. Гладиолусы стоят цветущие, и снег лежит. Красота. И плюс три, да? И плюс три. Ну, у нас сейчас, наверное, 25 точно есть. Вот одеты. Футболочки, олимпийчики сверху. Жарко невыносимо. Так, вот у нас Арсенал, магазинчик. Фикс прайс, светофор. В общем, от скуки на все руки.